Что мне делать, как мне быть? Случай прямо жгучий. Мне на выборы сходить, вот особый случай. За кого голосовать, просто и не знаю. Голос свой кому отдать, дай-ка погадаю. Кандидатов до хрена, рвущих президенты. Голосует вся страна за выборы субъектов. Голосовать мне за кого? Может, за Титова? Но Титов же ничего, просто и без слова. Может, за Ксюшеньку Собчак? Даже и не знаю. Может, выбрать просто так, голос не теряя. Особый случай, особый случай выпадает каждый раз. И кто тут лучше, чей голос лучше? Вот так в России выборы текут у нас. Особый случай, особый случай выпадай каждый раз. И кто тут лучше, чей голос лучше? Вот так в России выборы текут у нас. За Явлинского дать голос может нужный. Особый случай, так сказать, Жириновский лучше. Случай этот непростой, есть еще Грудинин. За кого же, боже мой, люди, помогите? Вот особый случай пал, случай, так вот случай. Кому б я голос свой отдал, словами чтоб не мучил. В общем так, друзья мои, кто России нужен? Кандидат нужен один, этот будет Путин. Думаю, что он нужней, все везде исправить. За него голос верней, больше что добавить. Особый случай, особый случай выпадает каждый раз. И кто тут лучше, чей голос лучше? Вот так в России выборы текут у нас. Особый случай, особый случай выпадай каждый раз. И кто тут лучше, чей голос лучше? Вот так в России выборы текут у нас. Особый случай, особый случай выпадает каждый раз. И кто тут лучше, чей голос лучше? Вот так в России выборы текут у нас. И кто тут лучше, чей голос лучше? Вот так в России выборы текут у нас. Вот так вот, да-да. Вот так вот, да-да. Вот так вот, да-да. Да-да-да-да.